الله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي، يعني إن كنتم حقا عبادا لله ماذا نصنع؟ То есть Аллах говорит, куль ибади, скажи моим рабам. То есть, если вы, да, Коран. Если вы действительно мои рабы, то есть полноценные мои рабы, да, то есть в полном смысле этого слова, что должны они делать? Якулю аллати хия мухасан ахсан. Якулю, то есть пусть говорят все слова, которые хорошие. Хасан? Нет. أحسن лучшие слова. يعني أحسن ما عندك تخاطب به غيرك. То есть самые лучшие слова, которые ты себе можешь найти, с этими словами обращайся к другим. لماذا? Почему? قال إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني الشيطان يريد إيش يكون بينهم شقاق وخصومة. Потому что шайтан желает посеять между вас вражду. فأحيانا الكلمة تكون في مجلس. Иногда в каком-то мажесте может быть произнесены какие-то слова. يعني هذا يقول لي هذا كلمة الآن في المجلس. Например, вот этот брат обратился к другому брату какими-то словами. هذا يخرج من المجلس. Он вышел из этого собрания. يأتي الشيطان. Приходит ему шайтан. يقول هذا تكلم عليك أمام الناس. Говорит, вот он тебя, говорит, между людей обсуждал. ولا بد أن ترد له هذا الكلمة. صحيح. То есть ты должен теперь ему пойти в ответ что-то сказать. فلا تفكر إذا خرجت يعني أفضل شيء أنك لا تسيء الظن في أخيك. То есть поэтому если ты откуда выходишь, то не думай об этом, не думай плохо о своем брате. إذن عندنا أمر أننا نقول أحسن ما عندنا. Поэтому нам приказано говорить лучшие слов, которые у нас есть. والثاني أنه إذا خرج خلاص لا يحمل الكلام إلا على أحسن محمل. И второе, тот, кто вышел, теперь те слова, которые он услышал, которые ему были сказаны, должен их как бы истолковать в лучшую сторону. ولا يكون في قلبي غل على مسلم. И в также у сердца не должно быть какой-то обиды на мусульман. يعني الآن كثير قبل ينام. Многие люди сейчас перед сном. ماذا يصنع? Что делают? Что делают? بدل أن نعم بدل أن يقول الأذكار صحيح ينام على الأذكار لا يفكر. То есть вместо того, чтобы сделать какие-то азкар, зикр, поминания Всевышнего Аллаха, они начинают думать. То есть он говорит мне сегодня так-то сказал, но я ему не ответил. Того, говорит, надо побить. Вот на того пойду заявление милицию напишу. И спит, то есть ложится спать, у него в эти проблемы. Другой ложится спать вместе с телефоном. Не выпускает из рук телефон. يعني مشكلة. Проблема. أي نعم. النوم يعني يقول أن الهاتف النظر إلى الهاتف قبل النوم يعني يأتي بالقلق. Поэтому говорят, что говорит, смотреть в телефон перед сном, то есть использовать телефон перед сном, говорит, то, что говорит, побуждает к беспокойству. الآن عندما يستيقظ الإنسان مثلا في نصف الليل. Например, человек проснется посреди ночи. ماذا يصنع? Что делает? ماذا يصنع? Что ли? يفتح الهاتف. Открывает телефон. وشوف الواتساب. Смотрит WhatsApp. صح ولا? Так или нет? لا, إذا تقلب في الليل, إيش يصنع? То есть, если человек просыпается ночью, что должен делать? يذكر الله, يسأل الله من فضله. Делать должен зикр, просить Аллаха. يقوم يصلي. Стать помолиться. لكن هذا الجوال الآن, إذا نظرت إليه, ممكن ما تنام, ممكن تعطيك رسالة وتغضب. То есть, صح? А человек посмотрит на телефон, и может после этого даже спать не будет. Увидит какое-то сообщение, от которого разозлится. نعم ففي أشياء اليوم يعني غيرت من حال يعني كان طيب إلى حال نسأل الله السلامة أسوأ إلا من رحم الله طبعا. То есть этот телефон говорит изменил говорит положение людей тех кто были в хорошем положении к дурному состоянию за исключением тех на которых смиловался Аллах. وعندما يستيقظ مثلا الفجر. Например просыпается на утренний намаз на фаджр намаз. يفتح بدل يقول أذكار استيقاظ من النوم واذكار الصباح يبدأ بإيش بواتساب. То есть когда просыпается, вместо того чтобы сделать утренние поминания или поминания после как пробуждения от сна, он начинает смотреть WhatsApp в телефоне. يدخل المسجد وهو ينظر هاتف لا أذكار ولا شيء. يدخل الحمام بالهاتف. Заходит в мечеть, не зикр, не говорит ничего в телефон смотрит. Даже в некоторых туалет говорит с телефоном ходит. Мушкила. ما يقول يعني الذكر قبل دخول الحمام. То есть даже он заходит с телефоном в туалет и не говорит тот зикр, который говорится перед ходом в туалет. Аллах мустаан.